Здравствуйте, друзья. Сегодня будет больше героев, чем ожидалось, и очень хорошо, что мы гуфнулись в Диабле. Всем добрый вечер, добрый день. Это пятая часть героев, четвертая была маленькая, потому что мы столкнулись во второй миссии с серьезным испытанием. Конечно, кто-то может сказать, что идея проходить новую игру с массой новых механик на максимальном уровне сложности — это плохая идея, но вы же помните, я люблю создавать себе проблемы, а потом пытаться их как-то выкрутиться. Я попробую переиграть вторую для начала миссию. В чем, собственно, заключается проблема? Из первой миссии к нам во вторую перешло три героя. Они ограничены 18 уровнем, на прошлой были, и Лиссандра мы прокачали до 18-го, но трое остальных, Мюлич и Катлин, они у нас вообще нубасы, 7-й и 15-й. Поэтому я начинаю сначала. Блин, сейчас будет ходить вот этот вот гад. Вот она проблема. Минус герой. Общее лечение. Все равно не поможет. Ну, я убью сейчас. Спасибо, Энтон. Минус 3. Сейчас посмотрим по воскрешению. Какой там альтернативный вариант. А, Прайв опал в битве с ним наши. Понятно. Ну все, песня раз. Главное, чтобы песню на дальнего... Есть. Вроде справились. Ну не блокируй, слышь. Тварь. Взял, заблочил. Пытаюсь убить. Снова песнь мира. Песнь мира. Еее, ребят, расстреливаем! Так, ну первый пак мы с вами допустим, возьмем. Ой, молодец. О, привет, Эмадга. Матгович. Привет. Такие вообще психованные страты. Просто справились. Сейчас бы еще шахту в первый же день захватить. Что-то, может, левелапы какие, не? Там медузы, которые шотали мне героев. Медузы — это хаос тоже. Что у нас по бутылкам? Стремительность уже можно изать. Мне как-то нужно подставляться, чтобы наш Лиссандр стрелял. Медузы ему отвечали, но ничего такого страшного не было, чтобы не шотнули мне героем. Да, тут дерево, которое даст уровень. У нас есть деньги на левелапы, это мне очень может помочь. Ну и в конце концов мне нужно вниз идти на эфритов, огромный пак. Ладно, с богом. 73 медузы. Существо может превратить врага в камень. Вероятность зависит от силы армии. Стреляют бесконечным. Нет штрафа в ближнем бою. Хаос. Ну, защита от хаоса и кем-то танковать. Не знаю, кем. То есть мне нужно как-то танковать медуз. Ну, пока давай, ладно. Посмотрим. Сейчас у нее ответка будет. Просто бежит. А что это за второй такой эффект? Это вопрос, кстати, друзья. Что это за второй эффект? То есть он отвечает, и потом еще...
Какой-то дополнительный урон наносится. Окаменение с уроном окаменения идет. Победа близка, очень близка. Победа очень близка. Видимо, свои тоже мешают. Очень хорошо. Сейчас повезло мне. Но все равно будет до конца. Так, а я не могу его, да, уже. Надо героя левого уводить. Ну, иначе я вряд ли смогу. Убираем вправо с атакой его. Добиваем. Да. Так. Окей. Угу. Не можем, да? Он не добегает до нас. Хорошо. Может, и к... хорошо, что не это самое... Мана есть. Можно сделать... Блесс работает еще? Только Блесс работает. Я бы сделал небесную броню. Просто на будущее. Вот. Раз. Два. Три. Как насчет еще одной стремительности? Два хода всего лишь. Причем я не знаю, сколько мне придется кайтить. Хорошо. Есть, есть, wait. Ну сколько кайтить, сколько реально. Wait. Тварь. Wait, пока. Wait, пока. Так. Ну, атакуй. Так. Ну, вот теперь важный момент. Остался самый жесткий пак, 147 человек. У нас есть ману у обоих магов. What? Уже висит, хорошо. Обновляем. Дальше. Броня есть, да? Регенерируем. Ты побежал. Сейчас будем обстреляться с ним. Раз, два. Ух, ответки не будет, поэтому стреляем. Как? А, все еще, извините. Извините, извините, извините. Был неправ. Так. Реген. О, уходит! Деф. Ой, деф. Да, побеждаем, кажись! Давай, еще! 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 Господи!
Нет слов. Без потерь. Ну а буз на бузе. Так, ну что, ратное дело. Берег смерти. А, Кэтлин тоже рукопашный. Стрелковый. Ой, сейф. Ой, сейчас будем левелапы еще получать. Там стрелки добавились. У нас сейчас очень сильно тактика поменяться может, потому что добавились возможности, добавились статы. Ёпары, сэте. Ну ладно, 105. 102. Во-первых, ближе. И это еще готовьтесь на пару часиков, скорее всего. Я не хочу. Нет выбора. Ой, я... Обожаю просто. Обожаю. Это прям. Это прям очень круто. Так, хорошо. Новая игра. Компания героев. Погнали. Я верно служил лорду Лиссандру оруженосцем более 12 лет. Окей. Ну мы все это проходили просто уже. Выходят и опять умирает этот нубас. Что? Что, блин? Что? Он постоянно отдается в каждом сражении. Просто идет в бой и отдается. Суицидник в отряде, да. Кентаврики. Да что ж такое? Блин, дебила кусок, серьезно? Он... Давайте, орки. Опять, но... Не, слушайте, я не готов. Он неужели не это самое... Как ты умудряешься отдаться? Хрю. Да, он просто бежит вперед. И на второй ход доходит, и все, и умирает. Ну, нужно ратное дело для того, чтобы защита была повыше. Так, тебе тоже ратное. И давай уже, наверное, автобой сделаем. Слева уже тупичок. Да ты достал! Ой, вы видели? Ну он опять сдох, и мне стоило включить один автобой и все, и он сдох. Все, я ему дал броню, защиту 10 у него. Сейчас-то не умереть? Твою же шметь. Как здесь можно отдаться? Как, Вась? Куда ты лезешь? Куда он тебя... Они тебя сожрут просто. Надо было, кстати, разделить лучников, и тогда, возможно, автобой бы без потерь сыграл бы. Да, надо лучников разделить в следующий раз. Это не точно, конечно, но... Да, блин... Сам виноват. Ратное дело. О. Устойчивость к... Хорошая тема. Ратное дело. Ой. Я думаю, не нужно нам благородство всем. Извините.
видите? А вот в таверне все просто. И все губернаторами назначаются. Ой, как же мне прет. Все, здесь закрыли полностью. Баллисты взяли. Лучников много. Ресы собрали. Грифонов не трогаем, идем дальше. Быстрый бой. Как? Там уже 300 лучников, а ты все отдаешься, тварь. Как? Надо будет еще какую-нибудь школу магии. Так, сохранить текущий ход. Я должен на автобое здесь... Наверное, не потерять его, правильно ведь? Как? Как? Ребята, как? Как? Вот скажите, как? Уже монахи, уже все, блин. Что хочешь. Ай, вот это плохо. Вот так, наверное, он... И скликнул просто. Ну, вперед бежит, ему он... Магия жизни третьего круга, пожалуй. Нет, лидерство, отлично. Что здесь? Повысить магические навыки. Погнали. Какая халява это. Я куплю сейчас Далтон Армор. Посох мага. Почему я вижу всегда это лицо? Просто почему оно здесь? Почему? Господи, к черту! Иди к черту! Это просто, это как? Это как? Это... Я ему уже броню сделал. Ратное дело. Все у него есть. Хочется с автобоем, но в результате как бы... Ну, показываю. Ну, тут нет ничего сложного. Понимаете? Нет ничего сложного. Раз. Два. Ладно, согласен, меня тут мало. Для того, чтобы прям без проблем все было. Ну просто не надо идти, все. О, хорош. Почапали. Здесь будет хорошее, кстати... Армия вот эта вот. Это вот хорошая, сложная. Сейчас точно кто-то умрет. Ну, конечно. Конечно, наш друг. Наш друг, как обычно. Как обычно. Ничего вообще нового. Интересно, какой у нас там уже уровень? Приблизительно одинаковые должны быть, да? 12 уже. Да мы почти обогнали прошлых наших героев. Здесь, кажется, хорошая. Да, здесь дикая.
Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Минус герой сразу. Да-да-да, в прошлый раз мне тут тоже... Надо подставить людей. Надо подблочить народ. Больно. Очень больно. Но герои живут. Нет, нет, это мисс Клик. Дадут за это. Это очень много опыта и... Давай, устойчивость к магии. Венец мудрости 30 тысяч. Медаль за мужество. Кстати, медаль как один в один, как из первых героев. И первых, и вторых. Идем за квестовым предметом, за крестом. Мне же нужно будет четвертого еще прокачать, точно, которого выдадут. Что? Нет! Нет! Проиграли. Там Лиссандр отдался. Ну там сложное. Да, мне же нужно еще этого прокачать, которого мне выдадут сейчас. Детину. Он понял. Ой, иди к черту. Мамке привет передавай. Он понял. Он понял. Погнали. Лечимся. Врываемся. К сожалению, на этого. Да, много коней. И крест жизни взяли. И берем нового героя. Здрасте, пожалуйста. Присоединяйтесь к нашей. Он 11 уровня. Баллисты лесом. Да, баллисты лесом. Объединяемся. А может и нет. Может его провести. Надо его проводить. Надо его провести. Его надо сначала провести по вышалкам. Серьезно? Нет. Не, давайте я не буду его там, ему там атаку повышать. Не, подожди, он же маг. Он уже может, по крайней мере, посетить все места, где... Библиотеку, во. Хорошо. Где еще библиотеки были? Надо включать форсаж, ребят. Скорость армии. Погнали. О! Далт. Блин, такой он дурак. Каждый раз меня бесит. Фениксы, да? О, уже стрельба там хорошая. О, воскрешаются.
как и должно быть. Должны фениксы делать. Все, все делают как надо. Идем, идем. Еще фениксы. Прайфа 16. Я думаю, больше, больше магии. Магия порядка. 18 получила. Е-е-е. Все. Второй герой у нас откалывается. Готово. Сейчас должен получить последний левел. Да. Устойчивость к магии. И... остается один только боец у нас. Есть. 18-й. Обратное дело, 4-й ступени. Все. Давайте сначала соберемся всеми. Вдруг наших сил хватит. Погнали. Там 50 монахов. Немного меньше, чем у меня. 255 лучников, у меня 3500. Аджор. Герой. Поехали. Погнали. Со мной давай дуэль. Изи. И у нас 4 героя 18 уровня. Переходят. Один мудрец как-то написал: жребий требует жертвы. Принц. Так. Расположение неправильно. Ну, короче, ладно, продолжим уже более вдумчиво. Соберем здесь золото в 1-2 хода, прорвемся той, побежим, все соберем. Короче, это халява, друзья. Если б я знал, я бы, конечно, первую миссию по-другому отыграл. Ну ладно, по крайней мере, мы вырулили. Попытался вторую миссию пройти теми коллегами. Но, может быть, там и при определенном лаке или каких-то фишках можно было бы. Но я не понял, как. Вот. Зато мы перепрошли первую миссию, подготовили 4 отборных просто бойцов. Увидимся с вами завтра вечерком, скорее всего. Приходите. На героев уже, скорее всего. Ну, то есть я не буду в Диабло играть в ближайшее время.